У нас роспись мистера господина Писигола, чемпиона какого года? А здесь у нас, вот здесь вот, Гочасан. На всех четырех. Гочасан, Гочасан. Вот он, Гочасан. Вот у нас Димка Ермохин здесь вот расписался. Димка, Димка, приезжай. А вот тут еще у нас роспись Ромки Тивадара. Вон он, Ромка Тивадара. Вот роспись его. Все красиво. Гриха, Гриха. Вот это силовой это персонаж. Вот он. Так, а тут вот этот паренек расписался. Короче, это пиздюк. Ну, если коротко. Вот у нас Шенахан, вот это, наверное, Шенахан. Вот это Диновский. Подписал Светового. Благодарность ему отпишите. Так, а мы сегодня с Яриком на суете. Забрали сейчас ступицу. Открывай. Глянем. Что там? Что-то есть. Что-то тяжелое. Глядишь, нам подойдет даже. Папа! О, это себе забери. Давай обратно кинем. Померим, сейчас в бокс ездим. Подходит, ступица нет. Как дела, Ярик? Нормально, все хорошо. Ждете серию от Ярика следующую? Зашли в СДЭК, золотых колец не дали, брюликов не дали, дали какую-то здоровенную коробку. У меня есть специальный помощник, вот он тащит ее. Коробка-таскатель. И сейчас поедем скоро в мячик уже. У вас ступица стоит. Это проведено. Колодки стерлись. И сейчас осталось еще решить вопрос. Нужен же тормозной шланг мне на новые тормоза. Ярик весь на суете. Как обычно. Ярик, все нормально? Угу. А здесь у нас блокировочные движения на форда. Вот они, гуси-лебеди блокировочные. Все нормально? Пока усатый обновляет Балтики. 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 У нас ЛСДшечка стоит в редукторе. Зазоры отрегулированы. Ну как, мы просто собрали, ничего не делали. Вот ждем поставок масла к сену. Заливаем 75-140 масла и ставим все это в фордушку. Здравствуйте, с вами на канале. Сегодня опять Ярик Федоров. Сегодня мы увидим, как они чинят машины. Вон они там под машинами лазят. Сейчас мы посмотрим, что они уже наделали. Так. Добрейшего утреца. 4 утра. Вставать неохота, нихера. Вот, и я поехал на МКАД, надо перехватить грузовичок, а в грузовичке, у грузовичка перехватить кое-какие обновочки.